Дорогие друзья, мы обязательно поможем.
Дорогие друзья, приглашаю вас на встречу с учителем международного радио Тайваня. Программа встречи, общения с ведущими и представителями руководства международного радио Тайваня. Нужно сразу сюда, слушать, встречаемся, разница повозки традиции. Встреча пройдет 1 сентября в 15 часов до 18 часов в гостинице Мастерская фабрика. А я иду, шагаю по Тайбою. Видео воскресного шоу «Специальная летняя фабрика» Ирины Островской, в которой мы с вами будем гулять по Тайбою. У микрофона ведущая Ирина Островская, и сегодня я хочу пригласить вас на прогулку в местечко Инга, которая указана во всех туристических маршрутах и брошюрах. А место это знаменито тем, что удивительно керамики и фарфоровой посуды. Как приехать в Инго из Тайбэя? Ставите метро, Тайбэйский вокзал. Вы выходите к железнодорожным путям и покупаете билет до Инго, стоимость которого составляет 28 долларов. А также вы можете воспользоваться EasyPass, который также используется во всех видах транспорта на Тайване. В течение 30 минут вы воспользуетесь Инго, и вы окажетесь в интереснейшем месте, где не сможете удержаться и наверняка сделать приятные покупки. Пойдемте посмотрим, что в этом году представляет старинный фарфор и керамики. Поскольку погода жаркая, это холодное заваривание, вот не слезает. На это подходит еще в конце года. Вот такой дизайн, новая идея, как-то страховато с некоторой частью. Это шахи, самихан года. Все тайваньские дизайнеры могут представить здесь эти штуки. Современные, это большие все-таки шахи, большие чайники, и более традиционные, в голубом цвете, небольшие чайные фиалы. Ну вот поры камня, из которого сделаны посуды, позволяют очень натуральную вкус воды, очень такой свет, необычный, как будто он зеленый вода. Удивительное место, где мы отправляемся в Арктику. Чувство Инго, которое
переводится как, помню, как песня Иводи, а раньше называлась именно песня Орла, или даже двое братика, братами, и также выбирали название песни Братка Фигара. В общем, это все мафоны покупаются. Место в итоге осталось название СНГ, место, где гуляете сами по границе, и заменить свою посуду, поскольку здесь прекрасное время, и больше остальное часть из завода все производство посуды, что их было тысячи. Ну и там есть более 2000 небольших, больших фотографиков, где можно купить что-то в завода. Если специализированные посуды, то все специально большие кухонцы или большие горшки, цветочки, для других хозяйственных мест. Многие будут приезжать здесь не в это место, потому что здесь есть возможность выключить из дома, а потом посудить для себя очень уникальное место. Моментально мы как раз подошли к проходу через кухонную сеть, такое историческое место, нужно пройти и попасть в зал в клетке. Мы отправимся, я захожу в темный коридор, сделанный из красного кирпича. Здесь внизу следы от видимо маленькой такой железной дороги, здесь были рельсы, которые подразумели дорогу и другой необходимый материал для лепки. И очень красиво, и некоторая экспозиция чайная. Здесь цельные наборы, чай, поднос, каллиграфические и бумажные кисточки, очень аутентичное место, здесь темно, полумрак, это такой, что будет, наверное, вот эти кисточки будут станков, там кто-то уже варит из глины произведения. Куда я попала? А здесь уже люди становились ветно, прохладно и жарко. Сколько молодых людей, сколько детей. Это мастерская, где вы можете сделать за станком с маслом. Блинцы, стакан, вазы. Здесь много желающих попробовать свои силы творчества. Песни. Конечно, это очень интересно. Процесс производства состоит в том, что вам выдают фартук, вы надеваете фартук. Но все равно вас есть кусок еще мокрый влажный глины. И вы начинаете создавать свои производства. Будь-то блюдо, тарелка, чашка или ваза. После этого вы встречаете за другой стол, где перед вами специальный поднос крутящийся, губка и острые наконечники. Вы рисуете на своем произведении узор, пишите слова, пожелания, имя. После этого вы отдаете мастеру и выбираете цвет. Вы можете сделать свое произведение зеленым, синим, красным, коричневым, бежевым, розовым, голубым. И уже после того, как ваш стакан, вазочку покрасил, его обжигают. Какой-то полантик, Юля, дамбуки. Привет. Вот через месяц мы начали полантик, так вот. Тайвань. Ага. Ну вот вам будет высылать почтой Тайваня ваше происхождение. Через месяц, как только оно высохнет, будет покрашено. После всех этих процедур. Получили стаканчики, они работали с рукой, и со своими детьми, и это захватывает, это прекрасно и необычно, когда мастер вас учит, дает советы, и вы, к сожалению, проявляете свои креативные способности, когда решите идти на своем произведении. Приезжаете в Индию, покупаете уже готовые посуды, сделанные профессионалами, либо делаете самостоятельно. В Индии старинные улицы, очень много современных наборов посуды, много традиционного тайваньцев, где был бы специальный стаканчик, так называемый несколько, был русский стаканчик. И вот на таком набор, где на Тайване есть стаканчик, есть специальный лента для разливок, профессионалов, называется профессионалов, и также есть стаканчик, это фиала и лентендей, несительный стаканчик. Кто-то сейчас будет дизайн, а я буду здесь короче.
наконец-таки единственный, а все остальные наборы, кстати говоря, они включают белый самбейл. Да, все это время. Известного тайваньского бренда, который построил Илон, компанию Илон, популярный в Тайване, и делают пределами, они делают удивительные посуды, и стеклянные, и дорогие, очень много вещей, и летают здесь. Их не дадут, конечно, людей. Мне очень нравятся современные такие изюпоты, стаканы для заваривания, если вы работаете в офисе, любите письменные листовой, очень много ценных сервизов, как традиционных классических, так и современных. Вот последняя тенденция, как мы их растираем с деревом. Сейчас исполнил русское деревянное, специальные страницы с коричневым деревом, это самое имя Махай. Коричневая ручка, белый дизайн, удивительный. Не можем обойтись больше, чем традиционной тайваньской. Тыквой, которая гарлянда является символом удачи, вот ценится в этом образе. Другие ценники на них люди, другие какие-то морские животные, водоросли, морские, красота. Видимо, как мы все эти две дизайны. Можете попробовать чай. Музей двухэтажный, на втором этаже можно что-то перекусить. Находиться вкусным чаем. А, вот, смотри-ка. Так, вы знаете, что фанаты пытаются золотая медаль, знаменитая премия, золотая кнопка этого года была выдана дизайнером, да, вот такой необычный краску, который одновременно является и тайником, и кристой, и еще тайным морем. Удивительно, металлическая крышка, 1000 внутри, в ней же можно заморозить, и 350 градусов. Можно видеть по всей окружности чай, очень удобно, все размер и цвета. Розовый, черный, немножко вот этот цвет камня, розовый. Это новинки от тайваньского бренда Ило. Сделано все из фарфора. Очень много классных бутылочек для чая, для носения с собой. Конечно, различные чайные термики, это довольно популярно на Тайване. Специальный чай. Уже сейчас стекло. Помещают дерево, не только стирали это деревянное пол и деревянная крышка, но специальные открытки и монтированные термометры, которые показывают температуру воды. Очень интересные вещи. Дорогие друзья, если вы приехали в Казань и ищете чайные посуды, вам нужно ехать в местечный район. А это была специальная речь на микрофон работала ведущая Инна Островская. Спасибо за внимание. А сейчас разлетит выглядящий темный семинар «Термогарка» с необычными и узнавательными новостями прошедшей недели. Юные творческие пары отметили день из святого Валентина по лунному календарю. Далее Тайвань и мир.
На Тайване и в Китае отметили День Святого Валентина по Лунному календарю, так называемый праздник Пути. А на Тайване Сикстар приклонил важности последние сутки снарядов. В этой катастрофе приняли все пары, средний возраст которых 80 лет. Мероприятие организовал фонд помощи пожилым людям в тайваньском городе Тайбюе. На фотографиях видно, что любовь и мальчика посмотрели с отношением к этим старым, приклонившим людям в своей жизни. Обычные руки и улыбаются друг к другу. Подавали
скорости. Ранняя прокатка ситуация внутренняя сила свои коррективы. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем завершившимся на Тайване важным мероприятием движения по силе. Если мы дословно это мировые навыки, но что конкретно содержится в этом понятии, об этом мы поговорим сегодня с моей собеседницей, это Полина Фоменко. Здравствуйте, Полина. Добрый день, Виталий, спасибо большое, очень приятно, что вы берете интервью, потому что очень хочется действительно об этом прекрасном все-таки, в котором пока, к сожалению, недостаточно мечтарно знает народа. Вот эти вот эстафеты, эстафеты флага этого движения, который вы несли, хранитель флага, да? Да, все верно.